Всем привет, с вами я, Мастер64, и в этом видосе я вам покажу игру, которая называется Stumble Guys. В Roleplay разработчик оставил вот такие вот скриншоты, которые должны нас заставить скачать эту игру, потому что, глядя на них, мы понимаем то, что игра-то неплохая. Давайте же я установлю эту игру, и мы посмотрим, что это такое. Все, пошла загрузка. Сразу вам скажу такой спойлер, это клон Fall Guys для Android. Мой любимый Unity. Вам не кажется, или мы это меню уже где-то видели? Ладно, допустим, они вдохновились. Ладно, погнали в катку, хотя бы посмотрим, что это за игра такая. Но меню подбора уже похоже на Fall Guys. Так, это у нас зимняя карта. Тут, наверное, самое главное это не упасть вниз, потому что я вижу, что здесь уже краев нету. И вот эти вот штуки, которые отталкивают, будут очень сильно мешаться. Но физика управления уже полностью повторяет Fall Guys. Я в оригинально играл. В принципе, все похоже. И да, тут, как я угадал, скользкий пол, потому что зима. Вот эти вот снежки огромные нас должны сбивать, по идее. Но я как-то их обошел, остальных там дальше сбивал. Ну да, физика тут такая же, как в Fall Guys. Я еле-еле коснулся этой штуки, она меня за километр отшибла. Вообще шикарно, да? Финиш, надо поскорее до него добраться, а то будут меня перегонит кто. Нет, уже не перегонит. Я прошел. Отбор пройден, говорит мне игра. Ну что же, можно понаблюдать за остальными, как они проходят. Раунд завершен, говорит мне игра, правда на английском языке, ну да ладно. Так, вот он, следующий уровень. В принципе, он выглядит довольно легким, но все возможно. Ура, я дошел до финиша, я прошел второй этап, неужели? Все, раунд завершен. Нас осталось уже немного, 8 человек. И, по сути, это должна быть последняя катка. Вот она, последняя катка. Тут надо не попадать на лазер. Если я останусь последним, то я займу топ-1, а это будет победа.
Так. Это топ-1. В смысле, не понял? Я могу... Поставьте на 0.25 видео. Он раньше умер, чем я. Это нечестно. Я позже, чем он умер. Я что-то не понял. Ладно, для первого раза сойдет. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. А, ну да, ну как же без рекламы в играх. Да-да.